Привет, с вами Миша, ребята, сегодня мы будем играть в Катамарио. Флэш игра или не флэш игра? Короче, мой друг Дима снимал, как играть в нее на компе, а я играю на телефоне. Давайте начнем. Так, что-то не получается. Ах, вот. Вот так все нормально. Так. Так, что-то не получается прыгать. А, нужно на самую серединку нажимать. Так. Потом вот сюда и... Опа. Так, не получилось у нас, ребята. Опа, привет, чувак. Привет, здорово. Зачем ты меня убил? Давай, флампки. Вот так. Так, ну ладно. Не будем материться, потому что... ну, знаете, может, не зайти. Ну, короче... Опа, опа, гамма-стай. Привет, рыбка. Что за фигня была? Так. Слеп! Да, вот, ребята. Да, это Катамарио мы играем, если я сказал вначале. Катамарио. Забыл, наверное, рассказать. О! Все, не получается выиграть, хотя получилось. О, привет, чувак. Что тебе надо? Здорово. С самого начала возрождаюсь. Так. О, привет, ребёшка. Привет, привет. О, что меня облачко? Не получается. Stop the blame a bunch. Break a jaw a ball and hunch. Mother does a little ball. Yes. Ну и ладно, ну и ладно. Падайте, шалтай, болтай. Да, ребята. Так. Идем. И прыжок. О, привет. Рыбка. Белая рыбка. Так. Ну и ладно. Так. Нужно попытаться. Эй, а это что за андроид? Это обозначает игра на андроиде, я не понял. Голова андроида. Ну, я лошара. Так. О, привет, грибок. О! Ну, я лошара. Ну, короче. Привет, привет, чувик. Что тебе надо было? Да, ребят. Так, просто стучу по стеклу. Так. Так, я какой-то флажок получил. Сейчас, кажется, момент с ловушкой, поэтому аккуратнее, я так и знал, что тут ловушка. Уже играл в подобные. Даже в Винди Димка сюда попался. И он думал, как выбраться. А я знаю, как выбраться. Так, ну ладно. Мы недалеко возродились. Ой, я еще там прыгать могу. Так. Из этой ловушки нужно вот так. Вот так тут кубик. Потом прыгаю на него. Потом вот так. Потом вот так. И потом должны вот эти вот шалтай-болтай вылететь. Так,
Я играл еще в игру, ребят, там, где вот народ еще играл, и они там прыгали, котятки. Да. Так. Не забывайте писать в комментариях всяк, если у меня не получится что-то пройти. Вот. Не забывайте написать, не забывайте написать. Нужно написать, нужно написать. Всем я говорю, что нужно написать, нужно написать. Нужно написать в комментах. Нужно, пожалуйста, подписаться на канал, чтобы видео там, ты там не прям пускал. Опа! Опа! Ах ты ж! Снэп! Снэп! А! Да! Так. Так. О, вот я опять в ловушке. Хотя возможно сделать так, чтобы мостик. Нет, невозможно, ребята. Давайте еще раз попробуем пройти этот этап. Если хотите, я включу музыку. Раз, два, три. Гоу! Да, вот такая вот музыка, ребята. Так, опять я вот падаю. Так. Кота Марио, играем Кота Марио. Играем котик Марио. Ой! Опа! Все, ловушки. Ой, да, снэп, снэп, свет. Жаль, что я тут один прыгаю. И у меня тут друзей нету. Котят, которые рядом прыгают. Это скучно, если честно, ребят. Все равно я умер, все равно. Так, это что? Ой, заново? А это ты? Ну хорошо. Привет! Вот это да! Вот это да! Это еще быстрее игра! И кажется еще труднее. Ну дай его! Так. Привет, 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 штиблет. А чё я ему попадаюсь-то? Ой, да тут ловушка. О, да тут ловушка, 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 ловушка. Привет. Так. Такая, короче, ребят, игра. Если вам понравилась эта игра, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Можете сами скачать эту игру, ну, где-то поискать. А в следующем видео я это... если я там буду вообще говорить в этом видео... то в этом следующем видео я покажу приложилку, с помощью которой можно скачать. Ну, короче, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы об этом видео. И как всякое проходить в Кота Марио. Ну, короче, делайте, пожалуйста, то, что я сказал. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментах всякое. И до встречи. Пока. Пока.